way that I design. Changed me, yes. Что произошло? Произошло удивительное, потому что, с одной стороны, стояла задача отремонтировать этот проект, его как бы восстановить, это здание, его восстановить. С другой стороны, работа над этим проектом, над всеми деталями этого проекта, над мебелью, отделкой, текстилем, полностью поменяла, во многом поменяла, сильно поменяла стиль работы Лоры, ее стиль дизайна. So this is a very delicate restoration because the facade is very fragile. So we're taking our time. Работа заняла огромное количество времени, потому что нужно было действовать очень аккуратно с таким старинным зданием. Мы хотели полностью сохранить фасад, который состоит из большого количества элементов. But we continue to build new structures. And 2 years ago completed a small pool house and the pool. Работа, как я понимаю, по-прежнему после 6 лет продолжается. Они в данный момент вышли на небольшой, закончили небольшой бассейн внутри дома и бассейн вне дома. But what's exciting is that there is so much ancient history everywhere that even when we dug the space for the pool, we uncovered Mayan artifacts. Каждый раз, когда ты прикасаешься с этим проектом, для меня постоянно происходит новое открытие. Когда мы копали бассейн, это похоже на археологический раскоп, потому что все такое древнее вокруг этого дома. Мы постоянно что-то находим. This is the, just the, well, 6 months into the design of the pool house. Designers will know that when you do a project, the first 90% of the construction takes no time at all, and the last 10% takes forever. Вы, наверное, как дизайнеры отлично знаете волшебный момент в процессе ремонта и дизайна. 90% работы, которая делается в рамках ремонта, занимает 10% времени, а вот оставшиеся, вроде казалось там, элементарные вещи, чтобы доделать, занимают 90% времени. Ну, по крайней мере, в случае с моим проектом это так. Just a look at some of the interior space, which is very, very serene and very calm and a perfect place to draw. Для меня это было идеальное место для того, чтобы творить. Я хотел его сделать спокойным, чистым, открытым, для того, чтобы было больше места фантазии. The biggest part of this project is the vision for creative collaboration. We have a fact, this is the second building, and we want to turn this factory into a place where artists and designers come together to make art and work with traditional craft. Для нее, ее проект, ее собственного дома был тесно связан с проектом, можно сказать, общественно-бизнесовым. Рядом с их домом находится вот такое строение. Это старинная фабрика, которую они выкупили для того, чтобы превратить ее в центр дизайнеров. Не то, что у нас DTC, немножко другое. Это место, где художники и мастера-ремесленники исполняют традиционные мексиканские там, техники, используют, занимаются искусством и творят, используя традиционную технику. The vision will bring many artists and designers from all over the world to Mexico to learn about each other's cultures and also the Mexican craft, and then apply that to modern design. It's not just about Mexican art; it's about Даже шире. Задача этого центра – привлечь молодых художников со всего мира, которые принесут свою стилистику, свое видение искусства, свои технологии для того, чтобы придумать что-то новое и обменяться опытом. И не только там, касается мексиканского искусства. So you can see that I have a big vision and I have a lot of work to do.
Пока мы видим только с вами фотографии проекта и реальные фотографии того, в каком состоянии находится сейчас фабрика. But I've begun not only the construction, but the research to find special artisans all over Mexico to hopefully work someday with Russian designers, European designers, American designers. And so this is part of my research process. Ищу, подбираю людей, которые будут работать вместе над этим проектом, участвуют в этом проекте, они будут из разных стран, и это еще одна из частей моей жизни сейчас. So the point is that every country has skilled craftsmen, and those skills are dying because they're not being utilized by modern designers. So I hope to make designers more aware and use the craftsmen's work. Главная задача этого проекта — сохранить традиционные ремесла, технологии, которые существовали столетиями, тысячелетиями, возможно, в разных странах, уникальны по своей сути. И сейчас они выбирают из-за массового производства, из-за того, что экономически это никому не нужно. Очень важно все это сохранить, и важно это продолжить, для того, чтобы эти технологии сохранялись в руках мастеров, которые продолжают использовать эти технологии. So last fall, I was invited by the design committee in Mexico City and the Museum Tamayo in Mexico City to show a piece of art. And so this is the development of that idea, and I collaborated with a family in the copper business in Mexico. They have been creating work for 40 years. I designed a piece for the exhibition, and I've worked with this family that normally made just Mexico craft, but I was having them make art. Это вот пример проекта как раз с компании, которые сохраняют традиционное ремесло по серебру, по меди. Я думаю, чеканка. И вот что получилось в этом совместном проекте, который они делали для выставки в городе Мехико. So this is just the process of communication. Myself in New York and the artisans in Mexico. And this is how they developed from a flat sheet of copper. They created this large locket, this heart. Им стала вот такая инсталляция, такой объект, такое медное сердце. Вот процесс его создания. У него, по-моему, есть желудочек, левое предсердие, правое предсердие. То есть содержание полное. So you can see from the look on the workers' faces that they are very proud of what they've accomplished. They were very challenged. They've never made anything like this in their whole life. И земным счастливым лицам этих небесников видно, насколько они счастливы, что они сделали это сердце. So for me, I want designers to sort of think of these artisans as jewels, as a gift, something that is there for us to cherish and to use. And the artisans, I want to prove to them that they can do things that are much bigger. Я просто хочу показать и миру, и тем людям, которые занимаются этими местами, что то, что они способны сделать, то, что они могут сделать, принести в этот мир, гораздо больше, чем просто работа какая-то, выполнение каких-то задач. Это действительно произведение искусств, это действительно что-то очень ценное на уровне драгоценностей, которые люди должны видеть, и люди должны этим пользоваться. И ценить это. To be able to create work like this, to show in a museum, to get the attention of the international press and other designers, not only provides pride and knowledge of the skill, but it also provides a livelihood for people in villages around the world. And this is very important.
Для меня задача этого проекта была не только там, стать более известной или просто его сделать. Задача была ключевая – выполнить социальную функцию, привлечь внимание и других дизайнеров, и художников, и общественности к тому, как использовать традиционное ремесло, мы можем их продлить, сделать их актуальными. So this is me at the museum with my dog Micho, and we are sort of celebrating the expose of the piece and я счастливая описывая собачку Мичо, когда мы уже вывесили мою работу на выставке. И это не все, но это все касательно презентации. Дорогие мои, отлично. Лора очень переживала. У нас есть два выбора. Вы можете сейчас задать свои вопросы, мы можем сделать небольшую дискуссию, у нас есть на это время. Либо мы можем сразу закончить и пойти выпить или себе вывалить на голову лед и освежиться, и продолжить общение уже с Лорой в частном порядке. Если есть желающие сейчас задать вопросы и дать обратную связь, пожалуйста.